Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Апрель 10. Святой мученик Димас был рыбаком. Из-за очень тяжелых условий он отказался работать у хозяина турка, занимавшегося в Смирне рыболовством. Раздосадованный турок оклеветал святого Дима, будто он выражал желание принять ислам. Святой Дима отрекся от этого ложного обвинения и исповедал себя христианином. Его заключили в темницу. В тяжелые колодки для усиления боли были забиты кирпичи и другие острые предметы. После казни мученика 10 апреля 1763 года христиане выкупили его святые останки и с честью погребли в храме святого Георгия. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.